«Наша жизнь». Игра. В селе Остров прошел турнир «Что, где, когда», в которой юноши и девушки из приходов Московской и Подольской епархии состязались за звание самых умных и любознательных. Поддержать ребят в их стремлении к знаниям приехал архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий. Они знают эти ответы. Это очень хороший сигнал понимания того, что у нас есть светлое будущее. Скажу вот такими вот высокими словами, но действительно так, что у нас есть замечательные дети, замечательная молодежь, которая любит свое отечество, историю своего отечества, историю нашей церкви и никогда не будет пренебрегать теми ценностями и теми традициями, которые существуют в нашем народе. Такие интеллектуальные поединки проводятся в нашем округе уже в 7-й раз. И в этом году собралось максимальное количество участников – 10 команд и их болельщики. Зародилась традиция в Христорождественском храме села Беседы. И местная команда под названием «Филофея» не пропустила ни одного турнира. Участвуем с самого начала этих игр, ну, так как в нашем храме они раньше проходили. У нас хорошая дружная команда, и мы понимаем друг друга с полуслова. Всего было 3 раунда. Несмотря на юный возраст, подростки давали оригинальные ответы и взяли немало сложных вопросов. Правила здесь такие же, как в знаменитой телепередаче. За столом 6 знатоков, а на обсуждение каждого вопроса дается всего 1 минута, в течение которой игроки должны дать правильный ответ. Ведущим викторины стал обладатель «Хрустальной совы» лучшего игрока «Что, где, когда» 1989 года, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Владислав Петрушко. По мнению магистра, главный рецепт победы в викторине – интеллект и интуиция. Чтобы они учились как-то улавливать идеи друг друга, развивать их. Ворошилов тоже всегда говорил, что главное в игре не знание. В конце концов, ну, у кого-то лучше память, у кого-то хуже. Можно всегда посмотреть по энциклопедии, по словарю. А вот умение найти во время обсуждения зашифрованный в вопросе ответ – вот это высший пилотаж. Такой высший пилотаж показала команда «Патмос» из храма святых жен Мироносец в Марьино. Ребята – лидеры по числу правильных ответов. И неспроста свой бэкграунд они оттачивают еженедельно. У нас каждый день тренировки. Проводим тренировки, подобные игре. «Что, где, когда» в нашем муниципалитете надолго. Видновское благочиние планирует и дальше проводить интеллектуальную викторину. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.